Итак, наша следующая задача — это, конечно же, палуба. Первая палуба, нижняя палуба, на которой будет располагаться уже все сиденья, там всякие хатчи, кровать, все, что там внизу. Но она еще и служит тем, что она укрепляет лодку подлиннее. Вот, все уже выпрямлено, подготовлено, сейчас буду заклеивать. Смотрю, как это будет выглядеть. Справил. Примерно так будет. Надо сначала промазать там внизу. И все.